Так, опять оффлейн. Кого там еще? Акс есть. Ну, Акс мне никогда не нравился. У меня он не крутится просто никогда. Поехали. Опа, ну, сейчас... вот и гайд подъехал. Конечно, гайд там... Вообще непонятно, как скиллы работают. Сейчас будем пытаться понять. Гайд в прямом эфире получается. Ну да, да. Сам сейчас разберешься, а потом... Сначала сам разберусь, потом всем расскажу. Да. О, кентавр, кстати, можно было взять. Так, ладно. Я сейчас приду. Так, ну что... Я, правда, что-то не помню. Ну, короче, какие-то стойки есть разные, да? И надо пивом обливаться, чтобы они работали. Вот что я понял. Утраивались. А, утраивались, да-да-да. То есть так они и сяк будут работать. Чтобы они утраивались, нужно пивом облить себя. Все как в жизни. Все как в жизни, да. Есть скиллы какие-то. Если хочешь, чтобы они получше у тебя работали, твои скиллы личные, надо пивом облить себя. Так, то вначале клэп. Крипов каких-то добивать. А там разберемся. Так, стойки. Броня и... Сплене магия. Тут, правда, вот вопросик вот какой. А, раньше Drunken Brawler, он же давал скорость передвижения, вот это все, а теперь не дает? Теперь просто я стойку меняю? Дает пассивно, и если подбухнешь... Боец шторма дает скорость передвижения. Ну, короче, надо разобраться будет. Мне кажется, сейчас будет не так просто в начале. Если лучше это снайпер, то... Опа, здорово. Брюмастер это... Больно будет. Он поставил синтервил здесь, по идее. Ну, вроде вот тот. Но я не уверен, на самом деле. Ну, попозже, чтобы он сразу не купил синтряк. А у него еще один был. Еще один был? Ну, у него один остался. Вот в этом... Я просто не знаю, у него два было или нет, я не успел понять. Мышь домашняя. Это тот же или нет? Да-да. По-моему, да. Да-да, у которого не прокают эти. Так эти два чела, получается, тоже те же. Нет, челы другие. Они кинули его, типа, или что? Да, они вроде не втроем были. Или втроем? Втроем. А, ну кинули, значит. Ну, либо он от них ушел, типа, сказал, пойду, у меня руты с вами не прокают, что-нибудь такое. Да-да-да, в пати не прокают. В пати руты что-то не прокают. Сейчас я пережду, чтобы не получить тычку. У меня много хила, если что. Я еще обезу. Я еще купил тоже. Ну, смотри, тут отводить надо, мы на них никак напасть не можем в камере пока. Так. Да я свою выпью. А, переключать я могу в любой, просто без КД вообще. Да, может как сферы. Забавно. Мэм, прикольный герой, прикольный на самом деле, не знаю, мне кажется, у этого героя есть будущее, так сказать. Да, два ранжевика это неприятно, конечно. Там же есть какая-то панда на уклонении. Агильная, да? Где-то это видел уже. Ты еще и не смог попасть. Да, я тоже где-то это видел. Короче, этими переключениями я вообще там запутался. У меня просто Soul Ring, если что, я больше ничего не... А я что-то вот не понял, где мой баф от того, что ты я... на себя еще. Так на себя я вливаю каждый раз, когда я просто юзаю, разве нет? Не знаю, возможно, тебе именно себя нужно облить. Сложно играть, надо ульт дождаться. Там ничего не меняли, это можно. Там ничего не меняли, да. Мне так медленно. Дашь хилочку? Тяжело стоится, честно сказать. Тяжело. Герой говна. Что-то я вроде обливаю, я не вижу тройного бафы. Или он просто не пишется. Дай клэб, говорит. Как я тебе дам клэб, ты, сын? Интересно, что купить? Нагони мне не хочется покупать.
Ну, уже можешь начать. Я делаю вид, что я типа на очке. Как вдруг. Тебе не видать моих сокровищ. Ну вот. О, сори. В общем-то, нормальный размен. Пойдет. Ладно, берем тогда блинк, пока что там разберемся. Там такое ощущение, что надо мидас брать. Короче, неясно. Они все пытаются придумать брюмастеру какой-то классной, какие-то классные фишки. В принципе, даже уже начинает попахивать, что что-то они придумали, но все равно какая-то непонятно. Какой-то недоделанный, не знаю. Потому что... Да, короче, им очень нравится этот ультимейт. Я бегу туда. Им очень нравится этот ультимейт брюмастера. Очень нравится. А еще это убить? Она села, да? Сейчас отдам. Короче... Они все пытаются сделать из героя что-то интересное, но очень странно, знаешь что? Вот, ну, короче, им очень нравится ульт брюмастера. Судя по всему, очень нравится ульт брюмастера, но они, я не могу понять, почему они не хотят зациклить героя на ульт. Ну, то есть, чтобы у него как бы вот есть ульт, и все остальное как-то связано с ультом. Ведь у него все скиллы никак не синергируют с ультом. Вот есть ульт, и все остальные скиллы. Это очень странно. Сейчас таких героев в доте просто нет. Все герои, у них как бы все связано друг с другом, все скиллы. А у брюмастера нет. И вот в этом как бы и проблема этого героя, на самом деле. Радиус клэпа, кстати, неплохой талант. Мне нравится. Я темпларку поймаю. Давай. Не спеши запускать. Ой! Я дам ему духа, если ты... А, ну забей на меня, забей, только сам не буду. Ну да, пожалуй. Что там? БФ, даже пол яши. Ой-ой. Так, ладно, тут БКБ надо брать. Стрик отдал. Неприятный, кстати. Купим БКБшку, иначе можно не заультить. Чегнет ТГ. Диана просит тебя чекнуть ТГ. Да я вижу. Я смотрел на то, как меня Диана просит чекнуть ТГ. И получил. То все 5-10. Так, короче. Блин, отвлекают когда от стрима. Это, конечно, тяжко. Тяжко идет. У нас по вардингу все так себе. Все, да? Ясно, понятно. Там Рошан убивают. Ну, уже, по-моему, наши герои не работают просто. Оба. Познакомься с моим мечом. Оба. Ну, на аппарате, конечно, алкаш какой-то. А, это Divine 4. Да, там сегодня на тиммейтов не особо прет, конечно. Хоть только нас в этой игре, по-моему. Дашка, да? Ура, корни сработали. Оба. Все, будем. Подлечусь, скоро вернусь. На синего дам линк, на синего дам линк, можешь обскать. Поста еще. Это, что такое не прет и как с этим бороться? Ну да. Я уже все, я уже сдался в этой игре. Как и в прошлой, как и в следующей. Следующий. Да. Есть два заряда на ультимейт брюмастера, да? С аганимом. Лучше бы они сделали, чтобы с аганимом, например, этих пант нельзя было засайленсить или что-нибудь такое. Потому что вот это вот слышать сайленс. Да, если честно, тут в этой игре уже я потерял веру
всякую в успех. Мы хотим человека. Господи. Даже это кончится. Скоро, Рубик. Скоро. Это закончится скоро. Короче, Рубик, ты настолько жесткий, что ты не даешь им. Опа, погоди! Комбачная? Погоди! Погоди! Саленс! Ты шо, куда? Да там Саленс там не оказался. Кто ж знал-то? Дай опять Саленс! Опа! Четко! Работаем! А Джигнат даже сейчас сдох. Да, блядь! Ты клэпнул? Я видел, ты клэпнул! Нет! Не было клэпа! Не было клэпа, я тебе отвечаю! Да просто Саленс! Один, второй, третий. Как будем работать мы? Хоп! О, без клэпа, поехали! Не крас, на синий. А где? Так, чё мутим? Смотри, они в рассыпную пошли. Они не знают, где кто. Опа! Тихо. Она живет! Маленькая брюбастерушка. Маленький брюбастеренок. Опа! Не, он хотел, чтобы я умер. Нет, спасибо. Не, в пати одни бустеры.